Всем привет, меня зовут Иванна, и добро пожаловать на мой канал. Я раньше снимала только короткие видео шортс, но сейчас уже у меня есть своя аудитория здесь, на Ютубе и ТикТоке. Я подумала, было бы неплохо начать снимать длинные разговорные видео, либо влоги. Здесь также будут рецепты и лайфхаки. И вот это видео как раз самое первое на моем канале, поэтому если поддержите меня лайком, буду очень благодарна. Наконец-то забрала свои заказы с Wildberries. На этот раз у меня вот такой целый огромный пакет. Первое, что я заказала, это вот такая вот скатерть в красивом сером цвете. В этой коробочке классная маска для волос. Вот она так выглядит. Здесь целый литр, хватает на очень долго. И она для тех, у кого длинные вьющиеся волосы, чтобы они более-менее были такие гладкие и красивые, вот эта масочка, то, что надо. Следующее, это вот такие три книги из одной серии про француженок. Я их уже читала в электронном виде. В этот раз заказала в бумажном, потому что я хочу их красиво упаковать и подарить одной девчонке. Следующая моя покупка и последняя, это чайник. Самый обычный, просто мой, который был раньше, он разбился. Решила заказать вот такой вот красивый, с деревянной крышечкой. Обожаю облепиховый чай. Напишите, пожалуйста, куда вы деваете вот эти вот миллионы коробок, которые у вас остаются после доставки с Wildberries или с других заказов. Сейчас хочу приготовить миндальное молоко. Я уже 100 грамм миндаля замочила в воде на ночь. Теперь мне нужно почистить его от шелухи. Чистится он довольно-таки просто после того, как постоял в воде. Я почистила весь миндаль. Теперь вот нужно его залить 1 литром воды и после перебить в блендере. После все нужно процедить через марлю. Ну, или в моем случае это вот такой обычный платочек. Их я не выбрасываю, его тоже можно приспособить. Например, я добавляю выпечку. Получилось миндальное молоко, которое намного полезнее того, что продается в магазинах. Оно обогащено разными витаминами и очень полезно для волос и ногтей. Можно такое пить время от времени. А если есть возможность, то и каждый день. Почему мы в 9 утра на автовокзале? А все потому, что мы едем в автовокзал. Вчера хотели поменять деньги на тенге, но не получилось. Часть поменяли, а часть нет. Вот приедем, не знаю, на гостиницу которой хватит, а потом приедем. Сегодня воскресенье, где будем искать денег, еще не знаю. Опыт на маршрутке. У нас впервые, что мы будем ехать в основном на поезде или по самолет. И вот мы сейчас думаем, на каком из этих автобусов мы должны ехать. Мы приехали, уже идем в свою гостиницу. Мы посмотрели по картам, что здесь недалеко, 1,5 километра всего лишь. Решили не вызывать такси, а пройтись пешком, прогуляться, потому что и так целый день сидели. Ну, в автобусе ехали, ноги затекли, можно пройти. Мы уже заселились в номер, вот такая вот у нас двухместная кровать большая. Есть еще одна, ну, на случай кого-то третьего, хотя было написано, что это номер только для двоих. Телевизор, вот такой вот стол, там был чайник, вода, пару стаканов и все. Здесь вот шкаф, туда мы вот курточки уже повесили, и сверху лежат одеяло. Здесь вот туалет и ванная. Сейчас покажу. Не ванная, а душ. Ну, такой вот самый обычный. Фен есть. Я. И самый обычный простой душ. Это средний класс. Получается, здесь был люкс, средний и типа самый простой семейный. Как-то так называется. Мы взяли средний. За такой номер заплатили 9700 тенге. Как считаете, дорого? Сегодня уже решили никуда не ходить. Заказали Бургер Кинг в номер. Сейчас поедим и будем отдыхать. А завтра пойдем, сделаем, закажем, вернее, ИИН. После чего пойдем в банк, чтобы открыть карту именную. На следующий день мы пошли в ЦОН. Это центр обслуживания населения, где можно подать заявление для оформления разных документов. Я подавала заявление на идентификационный номер. Там тоже были свои нюансы, но о них есть в предыдущем видео на моем канале. Оставшиеся дни в октябре мы гуляли по городу, ели национальную очень вкусную еду, обошли несколько торговых центров, посетили центральный парк. С погодой, конечно, нам не очень повезло. Почти все время моросил мелкий дождик. В целом город нам понравился. Люди доброжелательные.
доброжелательные и гостеприимные. Напоследок мы закупились местными шоколадками и другими гостинцами для своих друзей и отправились домой. Зачем же мы ездили в Казахстан? Сейчас расскажу поподробнее. Я хотела открыть карту Visa либо MasterCard какого-то казахского банка. В итоге открыла карту банка Каспи Голд Виза. И для того, чтобы открыть такую карту, нужно три, ну, не документа, а, можно сказать, документа. Это ИИН, идентификационный налоговый номер. Второе, это ваш загранпаспорт. И последнее, это номер телефона. Ну, это не как документ, но это тоже требуется. Я бы хотела рассказать, как получить ИИН. ИИН можно получить двумя способами. Первое, это в консульстве в России. И второй, в ЦОНе. Центр обслуживания населения, кажется, так называется правильно. И вот я получала в ЦОНе. Мне дважды пришел отказ, но это ничего страшного. В итоге все-таки ИИН я получила. Почему был отказ? Первый раз, потому что девушка, которая заполняла документы, не поставила дату окончания паспорта. Она сама в тот же день мне позвонила и сказала прийти, после чего исправила вот ошибки, второй раз подали заявление. На следующий день мне снова приходит сообщение, что вам отказ. Я уже на панике иду туда. Почему отказ? Оказалось, снова допустили ошибку и неправильно указали место рождения. После чего, получается, еще раз, третий раз подали документы на этот ИИН. И уже это было утром, а после обеда мне пришел ответ, что ИИН ваш готов. В бумажном варианте можно было забрать через 2 дня, но так как мы торопились, то нам прислали в электронном варианте. Можно попросить девушку в ЦОНе, чтобы она там поставила галочку, чтобы вам пришло это все в электронном варианте. После чего можно идти уже в банк. Что нужно для того, чтобы получить этот ИИН? Вам нужен паспорт ваш, именно загранник. Если вы туда проезжали по национальному российскому паспорту, например, то нужно будет делать перевод. И второе, это когда вы пересекаете границу, вам ставят отметки в паспорте и дают миграционную карту. Я знаю, что кто проезжает по российскому паспорту, штамп туда могут не ставить, и миграционку тоже можно не давать. Вот как раз у меня и не было миграционки, но в загранике был этот штамп, поэтому это прошло. То есть вот этот штамп пересечения границы, ну, в паспорте, и номер телефона, то есть его можно купить вообще в первом ларьке, когда вы будете проезжать границу, он или на автовокзале, то есть это вообще не составит труда. Продается он без паспорта, нужно самому активировать тогда, когда вставляете симку, там это в самом конвертике, где продает, где эта симка лежит, там всегда есть инструкция, то есть следуйте по этой инструкции и активируйте свой номер телефона. ИИН готовится 1 календарный день. Ну, например, вы подали это в понедельник, а в бумажном варианте в среду утром можно будет его уже получить. В электронном то на день раньше, то есть в понедельник подали, во вторник можно получить. Дальше вот с этим ИИН, паспортом, идете в банк, там открытие карты занимает минут 15, не больше. Менеджер поможет вам скачать приложение и активировать эту карту в самом приложении. Там сфотографируют вас. И еще то, что я нигде не нашла этой информации, когда ехала туда, ну вот в Казахстан, нужно будет либо российский ИНН номер, либо СНИЛС. Так получилось, что у меня был с собой СНИЛС чисто случайно, и, ну, мне повезло, то есть они тоже внесли данные туда. После чего вас девушка подводит к такому аппарату, где вам выдают именную карту. Там надо моргнуть, повернуться вправо, повернуться влево. И вот этот вот аппарат, похожий на банкомат, печатает вам карту. И спустя минуту-две вам выдают эту карту. После чего уже можно проводить разные транзакции. То есть она сразу рабочая и можно ею пользоваться. Я когда ехала в Казахстан, искала информацию о том, как открыть же эту карту. Но какой-то четкой инструкции в интернете я не нашла, поэтому решила рассказать вам. Вдруг кому-то будет полезно. Кто-то тоже поедет, например, в Казахстан с такой же целью, как и я. Прогулялась в Fix Price. У нас уже вовсю продают товары к Новому году. Такую вот ель можно купить, и как раз она вырастет к праздникам. Детям всегда интересны вот такие вот эксперименты, поэтому берите на заметку. Разнообразный декор. Какой-то мешочек с еловой веткой и шишкой. Гирлянда. У меня такая есть. Удобно тем, что работает на батарейках и не требуется розетка рядом. Бантик с колокольчиками. Как по мне, то это больше похоже на осенний декор. Кормушка для птичек. Ретро-игрушки.
С прошлого года идет эта мода на советские старые игрушки. Кстати, кому нравится, их очень много продают на Авито, дешево и в отличном состоянии. Символ года – подарок для женского коллектива на работу. Банка с крышкой. Можно заменить упаковку для новогоднего подарка. Просто огромное количество шаров на елку и наклеек на окна. В отделе посуды уже тоже выставили новогодние салатники. Вот интересно, какое качество у этих конфет, если подразумевается, что дарить их будут в январе, а сейчас только октябрь. А вот чай в железной банке с Дедом Морозом можно брать, ему ничего не будет.